Хинвале сотрудниками ремонтной строительной организации при столичной администрации продолжаются работы по благоустройству придомовых территорий. Работы производятся на проспекте Алана Джиуэва 124-126. Более двух месяцев коммунальщики наводят порядок также на улицах Мамсурова и Остаева. В комплекс работ входит асфальтирование двора, установка бордюров. Сейчас работы на стадии завершения. Через два дня участки будут полностью преобразованы, заверили в администрации. Как вы видите, мы укладываем асфальт. Этот отрезок дороги мы заасфальтируем сегодня-завтра. Дальше у нас в планах перейти на Мамсурова 2, 4 и 6. Как только отремонтируем и те дворы, начнем благоустройство дворовых территорий на Мамсурова 8, 10, 12 и 14. Они будут отремонтированы точно так же, как и эти дворы. Ухоженные дворы выглядят эстетично и радуют глаз. К тому же асфальтирование придомовых территорий многоквартирных домов обеспечивает чистоту в подъезде. Жильцы улицы Мамсурова благодарны за созданные комфортные условия. Они работают без передышки. Невозможно было находиться во дворе. Было очень пыльно. Сейчас глаз радуется. Везде чисто, дорога отремонтирована. Долгих лет тем, кто тут работает, а также тем, кто ими руководит. В планах у городской администрации благоустроить дворовые территории по всей столице. Но от жителей многоэтажных домов требуется одно – следить за чистотой и порядком. Лишь в таком случае наш город преобразится еще больше и будет радовать глаз. Агунда Губузова, Геннадий Мамитов. Информационный выпуск сегодня.